Вот, наверное, будет из разряда типа «Как мы можем украшать?». В общем, идем в компоненты, вкладочки, и ищем вот в разделе «Эффекты» 2D-шные, 3D-шные мы уже на прошлом радио, вот «Random Path», то есть «Случайный путь». Ну, просто-напросто покажу, что это такое. То есть, если увеличить, ну, какой-то тут пчел, таракан, пчелочка. А, значит, когда я его вытащил, вот у нас получился такой мувик. Говорит, что у меня внутри, кто у меня может бегать и что он может у меня делать лапками, перебирать, в общем. Вот если я его увеличу, еще раз покажу, то вот у меня сама пчелочка, потом крылышко одно, крылышко другое, крылышки у меня могут быть вращаться. По кадру анимации мы только что разобрали, вот в предыдущем уроке, когда мы OnChange изучали. Вот вы уже теперь понимаете, почему они, если мы сюда встанем, или вот сюда, вот видите, то есть он как бы у нас бегает. И такой сложнейший код, который, ух, так я, в принципе, разобраться до конца тут и невозможно. Даже на том уровне, в котором я уже его изучаю. Смысл его следующий. Такое, что у нас будет. Поскольку это из компонентов, то все вот это управляется через параметры. Мы очень подробно рассматривали большинство компонентов во втором диске. И вот если я на него встану, видите, он говорит, какая у меня ширина, какая у меня высота, то есть насколько я могу область захватывать 600 из моих 550, 350, до кудова или вообще всего высота вот его. Ну и тут инициал x, то есть откуда начинать, что ли, наверное. Ну, проще вам сейчас сразу запустить и показать, что это такое. Видите, это у нас начинает бегать случайным образом вот этот вот таракан. Ну, наверное, вы где-нибудь там в форумах или еще где-нибудь частенько встречали такие аватарочки, и вот эти тараканы какие-то бегали. Ну, вот взято примерно это все отсюда. Ну, и авторы, так называемые, они вот хитро с прищуром потом с ленинским этим вам слабо, типа вот так вот сделать, что мы тут бегали у нас. Вот, я вам просто покажу, что с этим можно делать. Ну, скажем, область ему ограничу, высота там, скажем, 200 каких-нибудь там сделаю тебе. И выходи, скажем, с нуля, то есть вот отсюда выходи, типа выбегай. И где ты сам будешь находиться, ну, может быть, здесь же и будешь находиться. Ну, давайте посмотрим, как он у нас будет работать. Где у нас там? Ага, вон он у нас, да? Ну, видимо, его нужно в серединке все-таки выкрутиться. На серединку, ну, ладно, на тебе. Здесь вот победой. То есть из нуля он тут будет выбегать, и вот ограничение у него вот в эти вот 200, и это у него там 300, значит, вот. Что я могу еще с тобой делать? Ну, я могу, наверное, тебе скорость задавать. Будешь что мне медленно бегать, тараканица. Ага, вот он медленно начинает крылышками этими всем вращаться. Либо как сумасшедший начинает бегать этот таракан. В общем, какие тараканы у кого в голове, так и выбирает. Вращать объект или нет. Дальше изменять направление чего-то там. Ну, давай поизменяем направление, что-то там, чему нас там может быть. Да, очень сильно будешь изменять направление, прям никак нереально какое-то такое. Так, угол изменять и так далее, и так далее. В общем, что я... И, как вы, наверное, уже догадались, я могу менять сам вид того, что может у меня бегать. Может, какой-нибудь там рекламный логотип будет случайно бегать, может, еще что-то. Ну, во втором диске мы
замены курсора или еще что-то. Вы подробно-подробно все это рассматривали. А здесь я просто могу вот как бы знакомлю вас и могу вот сказать так, давай сделаем следующее. Скажем, я вставлю мувик, скажем, М1 будет называться, потом другой какой-нибудь, назову его М2. Какой-нибудь еще, пусть М3 будет называться, ну и так далее, и так далее. И вот этот вот с параметрами, которые я тут установил, ну, могу большие, маленькие, скорость там, ну, давайте пока эту, скажем, маленькую сделаем. Вот я его сейчас беру, копирую, скажем, в мувик первый встал, и вот его сюда вставляю. Так. Этот могу, в принципе, удалить. В памяти он у меня еще остался. Во второй я могу тоже вставить его. Только, скажем, изменить здесь. Ну, скажем, давай то сделаем тебе 400 и тебе 400. Так, и скорость, скажем, здесь тебе. Побегай побыстрее. Там, откуда начинать будет, ну, не важно. Так. А третий, например, тоже туда вставлю. Ну, а ты еще быстрее у меня побегай, скажем, так вот, там, с какими-нибудь другими изменениями, какие-нибудь там, ну, давай, 500, что ли, тебе тут, так, сотни. И вот теперь я каждый мувик могу, скажем, M3, скажем, подкрутить, этот могу в другую сторону или даже переместить как-нибудь. В общем, какая-то... Так, это я... Ой, извиняюсь. Так. А, вот этот вот я хотел сместить, например. Так. Этот, скажем, сюда. В общем, что у меня будет, если, скажем, ну, роль какой-то там у меня будет бегающий. Ну и это на фоне каких-нибудь там ваших флеш-проекторов. Одно из вопрошателей будет, вот что-то такое бегает. Вот. Ну, такой ознакомительный урок полурекламный. Спасибо.